На Пионерском проспекте водитель маршрутного автобуса номер 114 не справился с управлением и врезался в идущий впереди трактор. Не обошлось без жертв. На Пионерском проспекте в районе пансионата «Давиль» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трактора. Автобус принадлежит компании ООО «Старт», трактор пансионату «Давиль». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, это водитель трактора. По данному делу возбуждено административное расследование, виновные лица устанавливаются. Пассажиры автобуса не пострадали. Водителям стоит помнить, риск – это забава не для проезжей части.